Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале Перекупщик. И сегодня вот купил у населения три коробки с елочными игрушками. Всевозможные СССРовские. Вот такие три коробка. Значит, досталось мне все за 80 гривен я купил. В принципе, цена кошерная. Можно где-то гривен за 400, за 500. Вот все это продать. Еще там хлопушки, гирлянда. Даже дороже, я думаю. Вот такой лотик сегодня. Вот. Позвонили люди. И выхватил я. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, приобретайте мои лоты. И до новых встреч, до новых видео.